Ты так и сказал. Я вас сегодня поднял для того, чтобы проверить, насколько мы боеспособны. В случае необходимости защищать Отечество, защищать наши станицы и хутора. И я думаю, что у нас это получится. Я вам скажу, это только сегодня военно-космические силы России начали воевать в Сирии. А наши подразделения еще в 2013 году начали в Сирии строить боевиков, вы знаете. И там так им морду набили, что они до сих пор не могут понять, кто это сделал. И там Барак Обама еще со своей разведкой не догадывается, кто им там рыло начистил в 2014 году еще. Так что я думаю, что в случае необходимости и сегодня наши воины, масса казаков таманского дела на передовых позициях в Сирии защищает интересы государства российского. Я думаю, что если потребуется, то и мы с вами, как я уже сказал, защитим порядок здесь, а если надо, не задумываясь, пойдем в Сирию наводить порядок, как мы сделали это с вами в Крыму во время присоединения Крыма к государству российскому. Я рад, что вы собрались. Спасибо. Вы настоящие воины. Я думаю, что так будет и в дальнейшем. В случае боевой тревоги мы как один соберемся и выполним поставленные задачи. Спасибо, господин атаман. Спасибо, братья казаки. Спасибо. Люба! Всем спасибо. Два слова. Дополнительных проверок. Обход по территории. Подворовый обход. И так далее. Я вас очень сильно прошу оказывать замеха максимально. Вам спасибо огромное, что собрались. Еще раз.